Новый год у ворот, веселится народ. Самые юные жители нашего округа от души порезвились на елке главы городского округа в Щелковском театрально-концертном центре. Какой же Новый год без подарков, без интересной и увлекательной сказки? Сегодня на елке главы городского округа Щелково для детей подготовили увлекательное представление и, конечно, кучу сладких подарков. Но перед тем, как раздать ларцы со сладостями, а их, к слову, в этот день отдали более 1000, всех детишек ожидал веселый и познавательный спектакль. Они приходят полные сил, энергии, поэтому здесь они с огромным удовольствием с героями из спектакля играют около нашей елочки, танцуют, веселятся, после чего герои предлагают им пройти в зал, где они узнают все тайны Нового года. Как появился Дед Мороз, почему у него красный нос, как его посох появился и стал волшебным, ну и, конечно же, откуда появилась прекрасная Снегурочка. Все эти тайны сегодня узнают дети на наших спектаклях. Началось активное веселье еще в фойе. Сказочные персонажи поиграли с ребятами в подвижные игры, в которых дети от души выплеснули энергию и были готовы послушать поздравления от главы округа Сергея Горелова. Практически полный зал. Здорово. Я когда тоже был маленький, ждал его, ждал с нетерпением и, конечно же, ожидал новогоднего чуда, что в новогоднюю ночь под елкой появится тот подарок, который я очень-очень долго просил Деда Мороза. Надеюсь, и вы все отправили свои письма Деду Морозу, так? Заветный главный подарок у ребят, конечно же, впереди, а вот представление в самом разгаре. В ходе сюжета ребята смогли узнать, как же главный волшебник стал таковым, почему его нос красный, откуда появилась Снегурочка и много всего интересного про Новый год. А нос-то почему у него красный? Потому что он выбирался, когда пошел сражаться с Кощеем, он выбирался, и он обжег нос, когда делал себе посох. Новый год — это всегда вот что-то неожиданное, что-то ты прям узнать хочешь. Ты любишь этот праздник? Очень, я его жду прям вообще больше всех на свете. Новый год для тебя какой праздник? Самый лучший. Они так хорошо танцуют, и Кощей такой, такой злой и добрый. А тебе расскажи мне, мой хороший, что понравилось? Необычно, празднично. А мы что, довольны. Что интересного узнали сегодня? Наверное, для вас? Предысторию Деда Мороза. Тебе понравилось, расскажи. Да. А что понравилось тебе? Мне понравилось, как Дед Мороз колдует снег. Да? А ты не знала, что, почему у Деда Мороза красный нос? Ты не знала? Mm-mm. А сегодня узнала? Mm-hmm. Там вот такие конфетки. О, ничего вот себе. Вот много конфеток. Очень много. Что, все, наверное, сразу съедите, да? Нет, я отвезу маме и папе. И потому что у меня дома еще ждут два братика и одна сестренка. А это моя, да, сестра. Мне надо их всех угостить конфетами. Про Дедушка Мороза, наверное, узнал, да? Да. Что узнал про Дедушка Мороза, скажи? Что он добрый. Да, и детей любит. А ты Дедушка Мороза видел? Сам видел Дедушка Мороза. А где? Тут? Он поздравил вас? Всем поздравляю с Новым годом! Лилия Тимиева, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.